передача готова к лекции? Да. Наша вся секция готова. Да? Да. Да и это тоже уже все. Все отлично. Можешь здесь помочь? Пошла передача бордюру. Сброс обратно. Открывание влево от себя. Стеночка стоит. Открывание, чтобы поднять, чтобы вам удобно было. Вот у вас мяч. Сразу сюда друг. Сброс сразу здесь мяч. Пошли, пошли, пошли. Разговором. Давай, 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 быстрее мяч ходит, быстрее, 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 можно двигать. Остались на своих местах. Чуть-чуть пониже опустились. Наклонились на правую, на левую сторону. Поменяли другую. Другую другую. Раз, и сразу на опор. Вот не назад, только вперед его вытаскивай. Да, попробуй сейчас. Раз, и вперед его. Вот, и сразу опор. И то же самое наоборот. Раз. Два. Четыре. Хорошо. С ближнего угла начинаем. Рядом, плотно с ней, да, пошли. Молодец, готов к подаче. Три створки. Три створки. Опорная зона. Мас уходит. Ну, залечили. Рот не готов. Уже нас прошел. Все работает. Игрок обыграл. Плюс один. Отдавай быстрее. Нога. Закончил.
Да, да, да. Алёха, дашь? Подкинешь, пожалуйста. Сень, когда вылезаешь, мне тепло, очень сложно. А ты выходишь на прямой разбег и отсюда приходится выходить. А сильный удар уже не идет с той скоростью, которая должен быть. Что? Ну что, по одному же что? Давай, цветы пока. Не забил. Так, ну вот. Такой же разбег, нет? Нет, ты видишь. Вот у тебя два угла сразу. Попробуй достать, да? Я смотрела... Ну, я смотрела Виолетту, то, что она просто влево упала. Хорош, всё. Молодцы. Молодцы. Можно ехать на точке, но...